мощная подвешенная ария, если где-либо когда-либо играл подобный оркестр, я лично подбирал его, и заметьте, ни один не заболел, ни один не отказал. Господин Жак, супруг, рекомендую королеву, один из интереснейших людей, прирожденный большим умолечием государственной семьи. Впрочем, недурной алхимик прославился тем, что отравил королевскую любовницу. Мы в восхищении! Граф Робер! А, вы эти по-прежнему интересны. Ага, обратите внимание, королева обратно случилось. Этот был любовником королевы, а отравил свою жену. Мы в восхищении, граф! Госпожа Тафана! Да, бугачи включали популярно среди молодых принесших неаполитанок, в особенности тех из них, которым надоели мужья. А ведь бывает же так, королева, что молодая ему. Госпожа Тафана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена обливала эту воду в суп. Супругу вот воспитала. Благодарю за вас, но чувствовал себя превосходно, правда. Через какое-то время ему сильно хотелось пить. Он нашелся в постели, но на утро прелестная неаполитанка была свободна, как ветер. Катеринские узнали, что около 500 неудачно выбранных мужей покинули Неаполь навсегда. Они встречают, удалили госпожу Тафану. Здесь, на прекрасной королеве, я рада! Королева в восхищении! Мы в восхищении! Фрида! Дайте, пожалуйста, что такое платок? Какой платок? Какой обыкновенный платок. Дело в том, что когда она служила в кафе, хозяин как-то зазвал ее в кладовую. Через 9 месяцев она родила мальчика, отнесла его в лес и засунула ему в рот платок. На суде она говорила, что а где же хозяин этого кафе? Позвольте, королева, при чем тут хозяин кафе? Это ж не он душил младенчика. Если ты, сволочь, еще раз позволишь тебя вот это разговор! А я с юридической точки зрения. Я счастлив, королева, хозяйка, быть приглашенной на великий бал. Полна у меня. Карвага, любит ли вы шампанское, Фрида? Госпожа Линкина! Вот только посмотрите, как хороша! Да, немного нервозно, но зачем же было женщине? Горничное лицо щипчат обязательно. Конечно, при таких условиях зарежут. Алхимик! Как пластичен, а? Да, немного экзультирован. Так и помешан! Знаменитая московская парниха. О, все обожаю ее. Это неистощимая фантазия. Вот представьте, держала в Москве ателье и провертела в себе две маленькие дырочки. А дамы знали? Дамы. Дамы это знали. Да все дамы знали, королева. Мы в восхищении. Молодой человек. Ох, мечтатель. Ну, с детства обладал странными свойствами. Вот вообразите, его полюбила молодая прекрасная девушка. А он встал и тронул ее в публичный дом. Мы в восхищении, королева, в восхищении. Гай Кесарь Калигула. Мы в восхищении. Мессалина.